Дорогие башмаковцы, гости, от всей души поздравляю с наступающим Новым годом. Хочется, чтобы он для каждого из нас стал самым замечательным, потому что вера в будущее укрепляет нас. И, конечно же, всем крепчайшего здоровья, новогоднего настроения, счастья и любви в каждом доме и для каждого жителя не только Башмаковского района, но и всей Пензенской области и для нашей великой России. С праздником, с Новым годом! Thank you.
Охранел. Мне письма на почту лесную, а я вам подарочки снов упакую. Единственный Дед Мороз с настоящей бородой. Понятно.